черт! Ты что, серьезно? Да ладно, вставай! В натуре? Ой, и что мне теперь с тобой делать-то? Так, тогда сейчас придется ее спрятать. Спрятать тело на заброшке моей, которая здесь недалеко, про которую никто не знает. Ой, да, конечно, тащить я тебя на себе не планировал. Так, все нужно уматывать. Сваливать побыстрее. Ну, Антошка, удачи вам с Миланой. Я думаю, у вас все будет хорошо. Да, спасибо. Спасибо, Маш. Я так мечтал об этом, знаешь. Я так сильно, так долго мечтал встретиться с ней, обнять ее. И уехать с ней куда-нибудь. Просто сидеть всю жизнь и обнимать ее. Просто быть с ней рядом. Потому что я очень сильно люблю. Как видишь. Несмотря на расстояние. Потому что главное — это найти своего человека и не забивать на него. Что-то она долго уже. Ну ладно, подожду. Реально как-то Милана слишком долго. Или мне кажется? Ну, может быть, она вещи собирает? Так она же вчера их собирать ушла. Еще мне говорит: собирайся, Антон, завтра поедем ко мне в город. Подожди, что-то... Что-то она реально долго. Ну, может быть, решила перепроверить, наверное. Где же моя Милана? Я уже соскучился. Что ж, ладно. Я, наверное, сейчас, знаешь, пойду, дойду до ее дома и узнаю, почему она так долго. Да, хорошо, давай. А я здесь буду ждать. Только, пожалуйста, побыстрее. Я уже начинаю переживать. Да, Антон, честно, я тоже. Я сейчас приду, я быстро. Давай, беги. Что? Может, кажется, ну-ка. Это же Миланин бантик, ну-ка. Антон, Маш, ты что, пришла уже? Быстро же ты. Смотри, узнаешь? Это же... Да, я про то же. Это Миланин бантик. А где ты его нашла? Вот там, вот на дороге. Антон, я сейчас, я быстро приду. Что? Милана, не заставляй меня переживать. Ну где ж ты? Если через полчаса не появится, Маша с Миланой, все, я пойду сам к ней домой. Что ж такое-то? Что же такое? Даже не набрать тебя. Может быть, здесь рядом есть магазин, она купила себе просто похожий. А это вообще какой-то чужой бант. Ладно. Антон, плохо дело. Ее нет в квартире. Квартира закрыта, ее нет. То есть она вышла все-таки. Вышла, но не дошла. Что? То есть мы можем предполагать, что это ее бантик. Просто на дороге. Куда же она подевалась? Как сквозь землю провалилась. Да. Антон. Антон. Антон, что такое? Ты домой пойдешь? Я не хочу домой. Где? Где моя Милана? Мы прождали весь день. Ее до сих пор нет. Маш, что-то случилось. Я чувствую, что что-то случилось с ней. Где мне ее искать? Мое сердце, оно не подсказывает мне ничего. Антон. Это реально очень странно. Но я пойду сейчас домой. Может быть. Может быть, хоть какие-то карты раскроются вдруг. Не знаю, может быть. Это страшно даже говорить об этом. Еще бы не страшно. Ладно, Маш. Я не пойду сегодня домой, не хочу. Просто хочу побыть один. Ну ладно. До завтра, Антон. Пока. Ой, где же моя Милана? Думаю, я сегодня точно не пойду. Вон там вот есть заброшка. Я, наверное, сегодня там переночую. Просто. Сегодня не холодно. Я хочу побыть один. Ой.
пойду. Так, а тут есть свет. Что-то не вижу. Ну ладно. Что? Что? Милана. Это она, это точно она. Ну-ка, пульс, срочно. Как так? Что? Нет, нет, этого не может быть. Милана, Милана, вставай. Милана, помнишь, ты мне говорил, что мы вместе уедем? Давай, прямо сейчас, уедем куда-нибудь вдвоем. Я так устал от всего. Милана, Милана, пожалуйста. Милан, Милан, пожалуйста, очнись. Зачем? Зачем я? Ей от этого только хуже. Она больше никогда не очнется, потому что она умерла. Милана, ну как же так? Ну ты что? Я ведь люблю тебя, люблю, слышишь, Милана? Милана, я люблю тебя очень сильно, всей душой, всем сердцем. Бедная, бедная моя, любимая, дорогая, пожалуйста. Нет, я не буду ее больше трогать. Она умерла, теперь это всего лишь тело. Как больно, как же мне сейчас больно. Ведь мы так хотели. Ведь мы могли быть счастливы, а теперь... Милана, Миланочка, прости, прости за то, что не уберег тебя. Я всегда, слышишь, я всегда буду помнить о тебе, только хорошее. Я даже не успел как следует попрощаться с тобой. Я не успел тебя обнять, я не успел тебя поцеловать. Господи, я ж люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Я всегда любила тебя, всегда. Даже если это когда мы общались. Тогда еще. Да, это был интернет. Да, обруби его. И наши отношения, казалось бы, закончены, но нет. Я знаю, что между нами была связь. Она была. Я это точно знаю. И всегда. Я всегда буду помнить о тебе. Я, наверное, никогда не найду тебе замену. Я не могу поверить. Нет, нет, Милана, я так хочу верить, что это сон, что это просто кошмар, что я сейчас проснусь, и все будет хорошо, и мы поедем, как хотели, мы уедем далеко и будем счастливы вместе, но нет, 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 это все сказки, этого не будет, уже никогда, я больше никогда ее не увижу.